Друзья, всем привет! Добро пожаловать на YouTube-канал магазина Улей. Меня зовут Александр. В этом видео сделаем краткий обзор нового поступления в наш магазин трубка Flober Queen Catcher. Сейчас я сначала расскажу вкратце, как они работают. То есть он может выглядеть или так, или так. Сначала рассказываю вкратце, а потом посмотрим, как они работают уже на пасеке. Вот, конструкция довольно-таки простая. Состоит из поршня и закрывающейся крышки. То есть так вот она открывается, опускается на рамку, накрывается матку, и не поднимаясь с рамки, чтобы она не вылетела, закрывается. Здесь в эти отверстия пчелы могут легко проходить, матка в нее не проходит. Дальше поджимается поршнем и маркером метится. Сейчас я добавлю видео с пасеки, как с помощью Queen Catcher можно метить матку.